Здравствуйте. Оформляла заказик с сайта Eva.ua. Очередной раз уже показываю разного рода заказы. И очень понадобилось мне такое средство. Это сыворотка и праймер под тушь. Взяла 5 в одном, стоила она по скидке 92 гривны. Вот такая 8 в одном она стоила на момент заказа 96 гривен. Голубенькая и зеленая 100 гривен. 3 в одном. Я ранее пользовалась, брала, по-моему, была голубая, потом через какое-то время зеленая и несколько раз с аргановым маслом. Не помню, какая мне больше понравилась. Использую их в основном как праймер под тушь. Любая тушь с помощью этой сыворотки великолепно себя ведет, хорошо обволакивает реснички, придает объем, держится великолепно. Очень понравились эти сыворотки от Эвелайн. Могу вам рекомендовать. В основном положительных отзывов больше на зеленую и на с арганом. На голубую меньше. Но опять же, все зависит от индивидуальных особенностей ресничек и восприятия этой сыворотки. Ну, могу вам ее рекомендовать. Так как пользуюсь средством для укрепления ногтей от Eveline, периодически использую. Оно у меня уже закончилось, поэтому на замену я взяла такое же. Была скидка за 60 гривен. Потом решила взять с золотом Golden Shine, золотое сияние, 75 гривен было по скидке. И Silver Shine, это серебристое сияние, тоже за 75 гривен. Если зайти в любой магазин Eva, Простор и так далее, то такого плана для ногтей стоит в районе 150 гривен. Поэтому думаю, пусть будет, я все равно пользуюсь. Так что могу рекомендовать, но опять же, если вот это средство нужно наносить как-то подальше от кутикулы, иначе она подсыхает и вид не очень становится, дискомфортно, вот это все есть шелушение, поэтому после применения через время наносите всякие крема для рук, масло для кутикулы, потому что как-то пересыхает. И опять от Eveline, это я уже сейчас заметила, что почему-то в заказе у меня большое количество от этой фирмы. Этот гель для умывания идет с гиалуроновой кислотой для всех типов кожи, включая чувствительную, а также склонной к куперозу. Здесь объем 150 мл. Не пробовала, поэтому отзыв сказать не могу. И напоследок покажу я маски. Конечно, такой цены не было, но было ограничение в заказе не более 6 штук. Поэтому я заказала 6. Они, конечно, идут. Тут вы видите на экране 5, потому что я уже одну подарила. Такая маска идет для сухой кожи и той, которой требуется интенсивное увлажнение. И цена была по 8 гривен каждая маска. Это такой у меня был небольшой заказик. Ну, также я заказывала порошок для стирки. А тут показывать не буду, потому что большой, огромный пакет. Был в объеме 8 килограмм. Гала. Сейчас посмотрю по чеку. Гала, порошок, автомат, колор. Морская свежесть. И цена была 499 гривен. Это очень выгодно, я считаю. Поэтому хочу сказать, что обращайте внимание, заходите периодически в магазины, онлайн магазины Eva и так далее, чтобы посмотреть и сравнить цены. Может, что-то вам понравится или что-то требуется по списку докупить.
Поэтому обращайте внимание, много разных акций. Вот такой у меня получился небольшой заказик. Будет еще один. Если вам понравилось это видео, поддержите, пожалуйста, его лайком. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.